друзья, я нахожусь в очень важном историческом, географическом, геологическом, еще не знаю, каком там месте. Это Малый Монгольский разлом. Именно с этого места начался разлом. Получилась внутренняя Монголия и внешняя. Какая-то из них отошла Китаю. Китаю сейчас много что отходит. Во всяком случае, китайцы строили в Монголии дороги, и не зря. Это почему я вам так сейчас рассказываю. Профигачили первые три машины, прям так разом, и пауза. И опять захотелось поговорить с умным человеком, а не с кем. Не с кем, буквально не с кем. Вот такая панорама. Я бросил машину, ушел, ну не знаю, километра, может быть, 4-6. А может, мне только кажется, а может быть, еще больше. Потому что все одно и то же, а стоять скучно.
Ну, я, конечно, лошара. В общем-то, с одной стороны прикольно, а с другой стороны ни хрена. Я отъехал от старта на 4 с небольшим километра. Дальше пошел пешком, уж не знаю, сколько прошел, может быть, еще столько же. Возвращаюсь. Вот, практически там полдня был. И машина ни мяу, ни пук, ни гавк. Я не закрыл заднюю дверь. Аккумулятор сдох. Иду на старт. Ну ладно, вот он тут, вернее, на финиш. Как бы не сильно много, 4,5. Но основная проблема ведь даже не столько аккумулятор найти, сколько провода. Может быть, у ребят на финише они есть. Но на всякий случай, извините, отдышусь. Для монголов я нарисовал, сейчас покажу, такую вот картинку. Ну, что нужно прикурить провода сверху, два аккумулятора. Я думаю, что поймет любой. Мне что-то так кажется. О, блин, хорошо, что солнце за тучкой. А то идти-то вообще-то жарко, на самом деле. Ну, не без приключений. О, наш коллега, хер знает где, просто в пустыне, в степи. Вышел на дорогу, полдня шел, нас встретил. И ему нужно зарядиться. Серега Белостоцкий. Взял машину, хавал. Да. Ты ничего другого не мог взять? Ну, что дали, то и то. Что дали, то и дали. Ну, кстати, это... хорошая машина. Ну, подожди, хорошая машина. Она едет 150 км в час. Все, едет аж 150 час. Аж 1,5 литра мотора и новый автомобиль. Аккумулятор разрядился. Ну, так не может быть! Да я дверь не закрыл. Все равно. Ну подожди, у меня там еще микроволновка, утюг. А, ну тогда ладно. Короче. Серег, сейчас стиральная машина. В общем, Белостоцкий, так сказать, упал на колени и сказал: парни, у вас есть провода, прикуйте. Сначала он монгола спрашивал. Можно? Ну пробуем, давай. Я не уверен, что я по инструкции все. Не, вообще ничего нет. Так. А там еще есть кнопка «Бустер». Все, буст готов. Во! Подожди, не. Зашевелилось. Все, вот теперь, да, теперь готово. Давай. Сейчас сдидет. Команда спасателей. Сюда. Вот так вот, Серег, давай. Спасибо. Найти в городе Алтай место в отеле очень проблематично. Но я нашел. Да еще какое? VIP комната 2. Нужно поднять дверь. И она закроется. Причем она может закрыться и внутрь, и снаружи. Ключа нет. Ну вот, это VIP. Стоит это удовольствие 3600, если перевести на наши деньги. Ну, тут вроде все на месте. Унитаз не на потолке, все хорошо уже. Вода-то есть. Ну, вода-то есть. Я считаю, божественно. И недорого, главное, что. Я переселился в соседний VIP. Здесь более современная занавеска. Видите, даже тапочки есть. Два. Ух ты, классно. Ну, с картошкой долго было возиться, поэтому я гречневой кашки из пакетика. Наиболее значимое место монгольского этапа была, несомненно, пустыня Гоби. Представьте себе картину. 3 часа ночи. К вам подходит человек в национальной одежде и предлагает за $20 что-нибудь нашаманить. Мы готовы были дать 40, только бы нас не трогали. А потом подумали, а почему бы и нет?
Древние шаманские заклинания о том, чтобы путь наш был легок, а небо безоблачно, были выслушаны очень внимательно всеми членами экспедиции. Несмотря на позднее, а точнее раннее время, на часах 3:30 утра. То ли песня была не о том, то ли еще зачем, но утром поднялся сильный ветер и пошел мелкий дождь. Но перед нами место, к которому мы стремились последних 13 дней. Мы въезжали в Гоби. Гоби расположена между горами Монгольского Алтая, Хангая и Восточного Тяньшаня. Она протянулась с запада на восток на 1750 километров при ширине в 600. В обычном представлении людей пустыня – это безбрежный океан песчаных холмов, похожих на застывшие волны. Однако большинство пустынь никак нельзя назвать царством песка, так как чистые пески, как правило, занимают не более 10-15% их поверхности. Вообще в Гоби заблудиться невозможно. Через каждые 100-200 километров встречаются бегающие указатели. Но несмотря на это, путь до точки занял у нас целые сутки. Когда закончились направления, мы шли по азимуту, преодолевая бесконечные препятствия, которые преподносила нам пустыня Гоби. Это был потрясающий по красоте день.